Вернемся к вопросу. Да. К Ахмеду. Что там? Почему ты против? А, почему я против? Когда я человек для себя просто хочет. Говорю, почему против? Потому что чуть-чуть, знаешь, на когда донышке. Один раз не пидорас, да? Да. По этой схеме. На донышке. Не работает. На донышке, блядь. Да нет. Во-первых, почему? Да потому что даже маленькие дозировки, да любые дозировки, вы нихуя не знаете, как они откликнутся. Даже, блядь, там полграмма, там и грамм, блядь, это вроде для кого-то это небольшие дозировки, а от кого-то они убивают, да? Ну, поэтому да. Нахуй это надо. Во-первых, вот ты сколько бы ты ни делал, сколько, хоть мало, хоть много, хоть среднее, хоть там сбоку, хоть сверху, хоть, ну, блядь, вообще похуй сколько, ты гормоналку ебошишь первым уколом, хуям, сразу же. Этого мало? Как там дальше оно будет, хуй его знает. Вот этого вам мало? То есть с первого укола ты уебашиваешь свою гормоналку. Мне повезло. Я считаю, что мне повезло. Мои анализы на подготовке. Все в ахуе, там, кто их видел, блядь, как так, не человек, что ли, блядь, откуда, почему у тебя так, почему у нас там, блядь, вот так вот, все завышено, все, блядь, там, эстрадиол в космосе, пролактин там шкалит, нахуй, пиздец, помнишь, у тебя, блядь, вот, и тестостерон у меня там, знаешь, блядь, тоже, нахуй, на курсе, блядь, там, и, вот, ну, генетика, блядь, ну, другим не дано, блядь, он ебанет себе укольчик, все, пиздец. Поэтому я против фармакологии. Это, во-первых, с точки зрения вот этого всего, да, то есть ты уебал укол гормоналки, пизда пришла. Как ты ее будешь восстанавливать, потом другой вопрос. Потом можешь писать, какое ПКТ сделать. А ПКТ, как правило, те, что бакланы все, которые прописывают, бакланы те, которые делают ПКТ, еще проще, они добивают нахуй свою гормоналку, не восстанавливают ее, сука, потому что там такие, сука, специалисты выписывают такие препараты, от которых хуй вообще, блядь, умирает там. Вот. Ну это, бля, ребята, я не знаю, уже надоело это все, блядь, объяснять. Я вам скажу так, я ПКТ не делал с 2013, по-моему, года или 2014. Не делал вообще ни одного препарата. Я ни разу не пил, блядь, препараты, снижающие эстрадиол. Все ингибиторы, хуитеры, я не пил их, блядь, вообще. Я не делал ПКТ. То есть я вот до того времени, когда еще мозгов не так сильно много было, да, делал это ПКТ. Я не делал ПКТ. У меня две прекрасных дочери, вон, растет, мелких. Все нормально. Где-то рождаемость, все заебись. И у всех все заебись. У спортсменов дети рождаются. Хуй стоит. Что, блядь, еще надо? Нормально все. Да, на курсе яйца, блядь, в горошек превращаются. Ну и хуй бы с ними вообще насрать. Я же, блядь, не выступаю, блядь, по соревнованиям, нахуй, колокольческих, блядь. У кого колокола больше звенят, ебаный рот. Мне вообще насрать, блядь, на размер яиц. Вот, честно, вот на что это влияет, размер яиц, я не знаю, кому. Никто не жаловался, блядь, на мой размер яиц, ебаный рот. Да, они становятся меньше. Ну, сейчас нормально все. Я вот уже натурал, блядь, хуй знает сколько. Не помню. С этой ногой, с этими операциями, с тем... Вот, но мне повезло, блядь, генетика, вот, а кому-то нахуй, в основном не это. И применение фармакологии, чем оно, ну хорошо, в основном все покрываются прыщами, заливает хуй пойми как, выглядит, начинает еще хуже, чем до фармакологии. Это более частый пример, чем стать, как он там нависал, таким накачанным, пиздатым, угу, да, попробуйте. Стать еще, если вот таким тёлкам нравится там еще что-то, ну вот. И опять же, ну курсанул, гормоналку ушатал, а с курса слез, и все, и мышц опять нет нихуя. А скорее всего еще хуже все становится, чем до курса было. Вот и все, нахуя вот это все делать? Или там... Все вот делают, ну в колодец тоже, все прыгают нахуй, да? Прыгнет в колодец, не с головой, ну все, блядь.
не вижу, я просто смысла не вижу. Не надо это, зачем? Тёлкам не нравятся эти качки фриковые. Я вам точно говорю. Да, это эффектно, привлекать к себе внимание, чтобы тебя обсуждали, чтобы там то, чтобы там все. Но вот этот вот качок, в прямом смысле слова, да, он отталкивает. Потому что уже все давным-давно знают, что он только жрет, спит, срет и только себя любит, и свою жопу рассматривает, и свои мышцы, блядь. Ему нахуй никто не нужен, все уже про это знают. Кого он привлекает? Да нихуя он не привлекает. Дело в том, что женщин привлекает тестостерон, мужик с тестостероном, у которого действительно, блядь, поступки, харизма, его поведение, еще там многие моменты. Ну как, блядь, женщину может привлекать мужик, который, блядь, свои мышцы рассматривает больше, чем, блядь, женщине внимание уделяет? Вы серьезно, нахуй? Да никто, нахуй, эти очки особо не нужны. Вот. Я понимаю, что фигура там спортивная, она, конечно, в приоритете, и девочкам больше нравится, но это можно и без фармакологии выглядеть прекрасно для девочек. Вообще, более чем замечательно. Прям охуенно можно выглядеть для девчонок. Вот. А как правило, употребление фармакологии, оно приводит вот к этим, блядь, знаешь, это профессиональная, блядь, болезнь начинается. Да? Профессиональная болезнь, блядь, крутиться возле зеркала, жрать, спать, срать, качаться, колоться, все, больше нихуя еще не делать. Вот, и пиздец. Да не липнут тёлки. Вот у меня раньше всегда там, знаешь, там какие-то, когда я там ходил, здоровый фрик, блядь, накачанный нахуй, тогда раньше. Мне все там, кто из подросткового периода, из школы, там, да, из старых каких-то там знакомых, тех, такие, да. Или кто-то там увидит, о, нихуя ты там накачался, блядь, о, нихуя, да, блядь, у тебя, наверное, тёлки там вообще, тебе там просто проходят, у тебя, наверное, столько тёлок, бля, просто пиздец, в натуре, нахуй. Ну, как бы, у них такая, знаешь, вот зависть, да, то есть они видят, там, пизда, ты выглядишь, там, такая вот есть. Ну, даже не то, чтобы зависть, они видят там, и начинается вот это вот, блядь, какие нахуй тёлки, блядь, как, ну, нахуй. Кому ты нахуй нужен, ебать, качок, блядь? Ну, честно говоря, они... Ну, только таким же ебанутым, в принципе. Вот таким же, блядь, вы что тут творите-то? Только таким же ебанутым, скорее всего, ты нужен. Ну, а нормальным, блядь, бабам, действительно, ты нахуй не нужен. Ну, в смысле, качок. Ну, вот. Уверенный себе мужчина, блядь. Тестостероновая машина, блядь. А это не мышцы. Это не показатель, что мышцы, блядь, и тестостероновая машина, ты, блядь. Это временный эффект все. А как правило, после отмены там не тестостероновый мужик, а пшик, нахуй. Там тестостероновый пиздец наступает. Вот. Ну, у них там. Вот. Ну, я думаю, ход мысли понятен по этому вопросу. Поэтому я против.